Привет, друзья! С вами группа «Блуждающие огни». И сегодня мы хотим ответить на некоторые вопросы, которые нам присылают наши слушатели. На чем сейчас работаете с группой? На данный момент у нас в работе новая песня. У нас уже практически записаны все инструменты, записан вокал. Осталось только флейту записать и свести, и все. Ну, это... Надеюсь, что будет быстро. Немножко можем рассказать, приоткрыть завесу тайны. Многие, не вся группа так считает, но я точно один из тех, кто так думает. Песня «Младшая сестра северной сказки». Чистокровный, породистый фолк. Если кто-то его ждал, ждите с двойным рвением. Это именно он. Ну, конечно же, с огоньковой изюминкой, а именно многоголосным хором, капелькой волшебства и всяческим атмосферным проявлением. Я думаю, вы услышите. Это фолк-рок! Я скоро еду на студию записывать флейту и, возможно, часть хора. Да, мужской низкий вокал. Это же... Как это красиво звучит! Что было самое сложное в начале творческого пути? В начале творческого пути было самое сложное признать, что я умею петь. Или вы про песни. Последнюю, которую мы записывали. Вернуться к фолку, наверное, было сложно, необычно, но тем интереснее. Вспомнить, как это делается. Поскольку делать так, как мы это уже делали, уже неинтересно, нужно что-то новенькое. И этому новенькому пришлось научиться. Опять же, услышите. В начале творческого пути, когда только группа создавалась, было очень сложно впихнуть все, что у тебя в голове, в то, что у тебя есть в наличии, да, то есть в те инструменты, которые у тебя есть, в те умения, которые у тебя есть. То есть, ну, это когда ты хочешь написать симфонию, ну, получается как-то скромнее. Песня, это так. В начале творческого пути всегда сложно начать действовать. Поэтому, как бы ни получалось, нужно действовать, и все получится хорошо. Кстати, да, не бояться — это, наверное, очень важно в начале пути. Не бояться выйти на сцену, не бояться донести твою мысль, твою идею до других. Потому что страх, он зачастую становится таким стопором. Самый запомнившийся концерт. Наверное, это была «Сумеречная ярмарка» как сольник, потому что, ну, мне кажется, это был период, когда мы делали шоу определенное, да, в программе, и это было максимально, что вот на тот момент мы могли сделать, и мы это сделали, и мы сделали это очень хорошо, интересно, то есть привлеченные артисты, новая музыка, новое звучание, то есть начало вот этого как раз вот было уже положено в тот момент. Антураж в зале. Новый антураж, да. То есть мы, по сути дела, поставили театральную постановку. То есть музыкальная группа, которая делает театральную постановку. Вот. И это было очень здорово. Ну и, конечно, очень много запоминающихся моментов со всяких разных фолк-фестивалей, выездных, так скажем, вот когда вот это вот деревья, романтика, комары, но очень мило. Позволь, я напомню, я эту историю часто рассказываю на концертах. Вот это комары, мужчины двухметровые с топорами, которые в 2 часа ночи выходят тебя поприветствовать, говорят, мы ради тебя приехали. Такой, да, спасибо, не убивайте меня. А когда вы на сцену выйдете? Вот уже практически скоро. А мне запомнился тот концерт, когда я пришел еще в качестве слушателя, и после этого концерта состоялось такое небольшое собеседование меня в эту группу. В качестве флейтиста я боялся весь концерт, поэтому очень хорошо его запомнил. И у меня где-то лежит до сих пор входной билетик. Вот так. Это так мило. Особенно то, что группа, стоя на сцене, там в зале сидит будущий предполагаемый флейтист. Надо выступить достойно. Надо не облажать. Хорошо все сделать, чтобы ему понравится. Любимая песня в репертуаре? В моей практике всегда получается так, что самая любимая песня — это та, над которой ты работаешь сейчас. Ты ее заслушиваешь до дыр, она у тебя в голове 24/7, ты ее
чувствуешь ты ее постоянно, вот как бы проживаешь, потому что это что-то новое, это что-то очень интересное. Но при всем при этом все остальные песни, которые уже записаны, они все равно глубоко любимые. Ну, я одну песню, наверное, выбрать не могу. У меня три фаворита. Первая — это, безусловно, «Ангел дорог». Вторая, разумеется, «Моя», потому что я видела живьем то, о чем потом написал. И «Зверь». Не буду объяснять, почему. Просто нравится. Одна из моих любимых — это «Дед слюдней». Я ее часто пою в машине, когда меня никто не слышит. А из более нового — это «Золотая клетка». Какой суперспособностью вы бы хотели обладать? Я, наверное, буду банальной до неприличия. Я летать хочу. Летать просто для удовольствия. Не там спасать весь мир от чего-нибудь, не там улететь в космос. А просто летать, да, для собственного удовольствия. Вышел так вот на крышу дома, так, ать, и вспорхнул. И городской совой вместе полетел куда-нибудь. Или на метле, как говорится, в нашей нетленной ведьмовской праздничной. А мне хотелось бы перемещаться в любое место и, может быть, даже в любое время. Но вместо, вот именно, наверное, больше в любое место. Потому что на нашем земном шаре столько всего красивого, столько всего интересного, и все это хочется увидеть своими глазами. И, ну, к сожалению, возможности все-таки гораздо меньше, чем потребностей. А мне бы хотелось понимать любые самые сложные идеи легко и с первого раза. Это сверхспособность. Наш Паша. В чем для вас разница между мечтой и целью, если она вообще есть? Мне кажется, мечта — это что-то такое немножечко призрачное, очень эмоциональное, очень глубоко такое душевное. А цель — это более четкий путь, к, собственно говоря, к мечте. Когда ты уже точно знаешь стратегию, тактику того, как ты движешься по направлению к мечте. Маленькое дополнение, я примерно того же мнения. Мечте позволительно быть некоторое время недосягаемой, но главное здесь некоторое время. Ну да, по сути, мечта — это цель, которую ты пока не знаешь, как достичь, но ты узнаешь и достигнешь. Музыка или стихи? Музыка. 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 Кофе или чай? Кофе. Кофе. Чай. Зима или лето? Лето. Лето. Осень. Море или горы? Горы. Море. Море. Квартира или загородный дом? Квартира. Загородный дом. Загородный дом. Кино или театр? Сложный вопрос. Наверное, кино. Кино. Театр. Быстро или качественно? Качественно. Можно быстро и качественно. Качественно. Ребята, спасибо большое за ваши вопросы. Нам было интересно. Мы хотим вам пожелать, чтобы у вас все было хорошо, чтобы никто не болел, чтобы была возможность куда-то путешествовать, что-то новенькое узнавать и радоваться жизни. Конечно, мы вам желаем, чтобы все ваши мечты становились реальностью. С вами была группа «Блуждающие огни».